вот это и первый памятник на Дону, посвященный 32-36 год, 42-й. Погибшим в сталинских репрессиях, в лагерях. Здесь были цифры, здесь были имена. Этот объект находится на государственной охране, на балансе управления культуры города. Я хочу задать сейчас вопрос Людмиле Павловне Лисицыной. До каких пор с утратами подлинных карт с лагерями, с именами заключенных, со всеми теми элементами, которые задумал автор памятника Ибалакова, до каких пор мы можем видеть вот эти утраты, этот обрезанный, неосмысленный теперь до конца объект, находится на балансе, занялась стройка этим памятником, привела все как бы, поставила ограду, привела к благоустройству, но смысл, подлинный смысл этого объекта утрачен. И я знаю, что мы можем постоять за авторское право. В данном случае авторы, хотя и уже нет живых, сохранили проект. Мы прекрасно все помним современники этого памятника, когда его открывали, что здесь были подлинно указаны все лагеря на карте России, где были имена политических заключенных. Смысл памятника, его мемориальный значимый код утрачен. Я требую восстановить правду и справедливость у нашего города, у управления культуры города, которое столь значимо охраняет памятники истории и мемориалы. Обратите внимание, Людмила Павловна, к вам обратится еще и общественность со специальным письмом. Спасибо.